Оля, как всегда, ждут нас очень серьезные испытания, но я почему-то уверен, что ты все пройдешь. Удачи. Дай бог, ты, пожалуйста, кулачки держи за меня и удачи пожелай. Я удачи тебе только что пожелала, но ты, как всегда, все прозевала. А кулачки за тебя, я уверен, держит Дима. Все, спасибо. Итак, встречаем участницу номер один. Ольга Рапунцель. Она исполняет песню «Старушка, не спеша». Оленька, выходи к нам сюда! Ой, красавица! Ну что, занимай, пожалуйста, свое место, скажем так, в нашем импровизированном бассейне. Пожалуйста. Туфельки сними, пожалуйста. Дим, ну ты вылетел из конкурса, ну хотя бы туфельки снимешь. Туфельки. Снимите, пожалуйста, давай. Как Дима туфельки снимает. Галантный. Спасибо. Сейчас Оля будет набивать на своем телефоне гипотезу Пуанкаре. Оль, ты знаешь, что это такое? Что это за гипотеза Пуанкаре? Мне стыдно, нет, не знаю. Просто спой и вбей текст. Меньше хорошо, слов, постараюсь. Больше дела. Да, итак, аплодисменты, музыка! Но давай, пока ты отходишь, мы послушаем педагогов. Как вам исполнение Ольги Рапунцель? Не плачь, не плачь. Ты красивая, не плачь. Попадет, не дай бог, в глаз, не плачь. Студенческий, на самом деле, коктейль Кетчунес он называется, да? Оленька, держись. Честно, я переживал за тебя и переживаю до сих пор. Это же волосы, это же Рапунцель и волосы. Я не знаю, как ты выдержала. Умничка, но она, вы все видели, она пыталась петь, она пела. Молодец! Более того, она даже написала два слова из гипотезы. Ты можешь пропеть теорию, если ты не смогла ее набить, под мелодию той песни, которую ты учила? Под эту музыку, которую сейчас сыграла? Да. Я такая, стою все в майонезе и буду петь гипотезу. А всякое досвязное, компактное, трехмерное многообразие без края. Гомеофор в трехмерной сфере. Гипотеза, для которой найдено подтверждение, становится теоремой, имеющей корректное доказательство. О, боже, предположение о свойствах. Давайте искупаем эту прекрасную девушку. Боже, аплодисменты, Оль. Если вы считаете, что она достойна победы в конкурсе «Человек года», откройте ТНТ Клаб и просто проголосуйте за Олю Рапунцель. Это, мать его, первый этап конкурса «Человек года». Это шансон-вечеринка. Друзья, let's go, ворвемся в это летнее движение и устроим настоящий кураж.